Бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе ульяновец Зафар Гулиев внимательно следит за тем, что происходит на борцовском ковре его родного спорткомплекса «Динамо». Участники соревнований разыгрывают награды открытого чемпионата Ульяновской области, а Гулиев – самый почетный гость турнира. Эти живые легенды, они дают тот самый стимул и мотивируют молодежь. Как раз молодежь – это молодежь и юниоры, они составляют будущую сборную взрослой команды. Три года подряд областные соревнования имеют статус турнира на призы Зафара Гулиева. Ныне это один из этапов подготовки к чемпионату Приволжского федерального округа, который пройдет в декабре этого года. Надо чаще этапы соревнования проводить. Молодежи было интересно. Они не чувствовали заброшенные, не чувствовали. Не курили, не пили пиво. Наркотики не подвергали. Среди участников соревнований – сыновья легендарного спортсмена. Младший из них, 20-летний Мурат Гулиев, выступает в самой легкой весовой категории – до 55 килограммов. Отбыть номер на борцовском ковре, когда за тобой наблюдает отец, просто не получится, говорит спортсмен. Напротив, присутствие легендарного отца обязывает работать только на победу. Придает еще больше сил и уверенности. То, что на себя смотрит такой отец, результативный борец, можно сказать, живая легенда. Ульяновской борьбы. 70 борцов из Ульяновской Москвы вышли на ковер в рамках открытого чемпионата области. Они разыграли награды в 10 весовых категориях. И в каждом поединке борьба до самой последней секунды, покуда гонг строгих арбитров не остановит встречу. Конкуренция есть. У нас ребята чемпионы Приволжского федерального округа в различных весовых категориях. Также у нас призер подобного есть. Это Адель Садыков. Как раз они в одной весовой категории с Рафаэлем Юнусом. Адель постарше. То есть конкуренция она всегда была. Несмотря на присутствие в числе участников столичных гостей, победителями соревнований стали исключительно ульяновцы. Три золотые медали в активе подопечных тренера Олега Ефремова. Их завоевали Андрей Ильмуков, Аганну Нушан и Адель Садыков. А в неофициальном командном зачете лучший результат у областной школы Олимпийского резерва по борьбе. 7 наград высшей пробы. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.